«Зомби Марвел» – серия комиксов из 5 выпусков издательства Marvel Comics, которая выходила с декабря 2005 по апрель 2006 года. Автор сценария – Роберт Киркман, создавший серию «Ходячих мертвецов», художник Шон Филлипс, автор обложек – Артур Суидом. В этой серии представлены зомби версии супергероев вселенной Marvel. Из-за вспышки эпидемии неизвестного вируса супергерои вселенной Marvel превратились в живых мертвецов. После того, как зомби истребили практически все человечество и, соответственно, запас пищи для них иссяк, Рид Ричардс придумал, как заманить свою копию из другого измерения в ловушку. Из-за магнита, который оказался незараженным, план Рида провалился. На протяжении всего комикса царит сущий трэш в лучшем духе жанра от Киркмана. Кровь, мясо, расчлененка, для любителей жанра это будет очень даже по нраву. Я даже немного удивлен, что этот комикс вообще появился на прилавках в нашей стране, в легализованном варианте. За это огромное спасибо издателям. Стоит подметить, что в данном случае зомби от Киркмана получились не какими-то тупыми увольнями, а теми же супергероями, сохранившими свои силы и способности, и даже разум, но жаждущими сожрать живую плоть. Между тем, если вам не понравились «Ходячие мертвецы», то Marvel Zombie вы тоже можете недооценить. Далеко не каждый нормальный человек с пониманием может отнестись к сценам и концепциям, которые использует Киркман. В бою Железного Человека, например, разрывают пополам, после чего он не умирает, а просит товарища подкинуть ему его нижнюю часть, чтобы он мог ею закусить. Конечно же, комикс спасает еще то, что это не просто зомби, но это еще и Marvel. Несмотря на незатейливый сюжет, от прочтения вы получите огромное удовольствие.